Стоит отметить, что этот эксперимент очень похож на возрождающуюся пионерию, и на курорте в этом году будет работать пока только в одной школе. По России это 85 школ, по Кубани это 4 школы, и в городе Сочи одна, это 76-я гимназия, вошли в этот пилотный проект. Мы горды этим, это действительно то, что дает возможность развивать воспитательные проекты в наших общеобразовательных школах. Будем поддерживать этот эксперимент. Кстати, старт программе российского движения школьников в Сочи дал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, по мнению которого подобная акция необходима в современной образовательной системе. Все новое, это хорошо забытое старое. Самое главное, чтобы все было сделано с умом и не переходить определенную грань. А любое направление, которое мы берем, оно может достигать определенных высот. Российское движение школьников – это всероссийские съезды, на которых в первую очередь будут пытаться привить молодежи отечественные ценности. Также в школах появятся вожатые, задачей которых станет вовлечение детей в различные виды деятельности – творческие, спортивные или научные, конечно, исходя из их способностей и желаний. Также движением будет курироваться отдых школьников и их занятость во время каникул.